Сотрудники Люберецкой полиции совместно с коллегами из городского округа Котельники провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение незаконной миграции. Госавтоинспекторы проверили 259 транспортных средств, в том числе такси и автобусы. За нарушение правил дорожного движения на водителей составлено почти 40 административных протоколов. По итогам рейда выявлено 7 нелегальных мигрантов. Их привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. На каждого мигранта наложен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В последующем нарушителей ждет выдворение из страны.